Декрет номер 8 о развитии цифровой экономики вступает в силу 28 марта в Беларуси. Документ создает правовые условия для проведения ICO, использования криптовалюты и внедрения смарт-контрактов. Беларусь становится первой в мире юрисдикцией с комплексным правовым регулированием бизнесов на основе технологии блокчейн. Декрет не имеет ограничений и специальных требований к операциям по созданию, размещению, хранению, отчуждению, обмену токенов, а также деятельности операторов обмена криптовалют. При этом белорусская валютно-фондовая биржа не будет осуществлять торговлю криптовалютой или другие операции. Все операции с криптовалютами могут проводиться только под эгидой парка высоких технологий.